Только не дай бог, ты хоть раз на нем будешь смотреть аниме. Там отключена эта бунта. Сын, бля. Просто смотрите, есть макбуки, которые, ну, ты можешь серфить интернет, смотреть фильмы и так далее. А этот макбук, он с такой начинкой, что там, ну, блядь, ну, грех просто смотреть фильмы, смотреть аниме. Просто грех. На нем нужно работать, блядь. Он сделан для того, чтобы на нем работать, блядь. Он стоит, как квартира в электростале. Трачу на неё, трачу на неё, трачу на неё.